Виталий, они сильные, как вы! Как есть! Как вы смогли сегодня проиграть? Я ничтожество! Да, допустим, я понимаю, что вы еще не в идеальном состоянии, но ничего! К ультиматуму мы сможем доработать формулу и будем в идеальном состоянии, мы будем готовы, и тогда... Еще лучше отойди! Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Какого черта ты тратишь свое время на эти два ничтожества? Ничтожество? Серьезно? Ничтожество. Сегодня у нас очень важный матч, в котором я не имею права на ошибку. И по воле Медведева... Ты серьезно, ты думаешь, я в восторге, да, вот это вот идея? По воле Медведева я сегодня в команде с двумя самыми любимыми своими рестлерами. Сегодня я думаю, что ты тоже не хочешь оплошать, как это сделали твои два эксперимента. Они не оплошали, они просто еще не готовы. На ультиматуме мы все вам покажем, ты еще просто... Мне плевать, оплошали они или нет. Дело в матче, а не в них. И мы должны победить сегодня. Ладно, допустим, сегодня в твою светлую голову наконец-то закралась логичная мысль. Хорошо, где этот какого? Не это чемпион. Да. Нам нужно найти его. Пойдем. Итак, наш следующий матч один на один. Первый участник матча из Соединенных Штатов Америки. Встречайте, Энди Джей! А если быть точнее, из Детройта, штат Мичиган. Звучит музыка Энди Джея, а это значит, что мы сейчас с вами посмотрим второй матч командного противостояния, о котором мы уже говорили ранее. Как всегда, фанаты искренне рады видеть Энди Джея у нас в Санкт-Петербурге на наших шоу. Но вот вопрос, может ли он сравнять счет в этом противостоянии? Тогда возникает вопрос... который возникнет у любого человека. А что тогда делать, если счет будет равным? Это мы узнаем позже, если он будет равным. Знают только наши со-генеральные менеджеры. И его оппонент, поприветствуйте, Фенрир! Вот, собственно, и его оппонент. Это молодой волк Фенрир. Молодой и дерзкий, я бы даже сказал, потому что... За довольно-таки короткое время он успел настроить против себя большую часть ростера. Я бы сказал, за одно шоу. За одно шоу, если да. Даже, если не за один матч вообще. Он ведет себя очень дерзко. И посмотрим, сможет ли эта дерзость сегодня ему помочь и добыть... Второе очко. Второе очко, да, для его команды. Тем самым получить... Матч за претендентство на командные титулы. Титулы. Да. Все правильно. Так, а у нас тем временем судья проверяет готовность бойцов к матчу, а я тем временем скажу, что спонсор показа — магазин комиксов «Базинга». «Базинга» предлагает большой выбор комиксов на русском языке и в оригинале, а также фигурок на любой вкус. Лучший подарок найти можно именно там. Ну а тем временем уже гонг, сигнализирующий начало матча, был дан, и рестлеры сходятся в центре ринга в локапе, пытаясь показать, кто же все-таки из них лучше в техническом плане. И вот уже мы видим, как Фенрир запирает Энди Джея в захвате руки. Но тем не менее Энди Джей перехватывает инициативу, и теперь уже рука Фенрира в его власти. Он выламывает его во всех возможных вариациях. Но Фенрир перекатывается, кикап. И теперь, вы посмотрите, какой локоть сейчас пропустил. Энди Джей немножко потерялся. Поплыл наш американский друг-товарищ. И вот сейчас уже он сидит в углу после дропкика. Но все равно, Энди Джей поднялся. И нас ждет
второй раунд. И предлагает снова противостояние силы. Но Фенрир, похоже, настаивает именно на том, чтобы Энди Джей предоставил свою левую руку, но Энди Джей просто, похоже, дурачится, веселит публику, веселит нас. Как бы это дурачество не вышло ему боком. Да, что-то сейчас непонятное на американском сказал Энди Джей. Я не думаю, что это что-то, скажем, культурное. Вот. Но оставим это на совести Энди Джей. Оставим это на совести Энди Джей. Вот уже Энди Джей держит голову Фенрира в захвате, но тот резко перехватывает. Хаммерлок, хедлок. Вот это карусель из захватов. Снэпмэр от Фенрира. Фенрир разбегается. И какой дропкик в затылок. Зрители тут же отвечают на это чантом «Фенрир, Фенрир». Удивительно, что они тоже поддерживают Фенрира. Ведь не сказать, что Фенрир и уж такой хороший парень, что ли. Ты посмотри, сворачивание от Энди Джей, двойное удержание. Мы чуть не получили концовку командного матча. Да-да-да, я поймал сейчас дежавю как раз. И вот уже Фенрир разбегается от канатов. Захват реверса от Фенрира, лифрок от Фенрира, кувырок от Энди Джея. Так, снова побежали. Теперь уже по совершенно разным углам. Двойной кувырок. Японский армдрак от Фенрира. Мексиканский армдрак от Энди Джея. От Энди Джея, да. Попытка немецкого суплекса не удалась. Фенрир оттолкнул своего оппонента. Слышишь? Немножко в игры разума решили ребята поиграть. Попытка хип-тоса от Энди Джея не удалась. Фенрир кувырком реверсирует этот захват и уже сам продолжает свою атаку. Закидывает Энди Джея в угол. Да, Фенрир сейчас полностью захватил инициативу. Он разгоняет Энди в противоположный угол, бьет его локтем. Роняет на ринг. Что же проведет этот молодой волк? Похоже, он готовит свой излюбленный реджисайд, так и есть. И сразу же попытка удержания. Но Энди вырывается. И матч продолжается. Фенрир уже был готов праздновать победу, но Энди вырвался. Я усиленно не понимаю, почему фанаты так яро, так искренне поддерживают Фенрира. Ну у нас же кровожадные фанаты, ты же помнишь. Ах да, точно, прости, я забыл. Фенрир начинает методично обрабатывать руки Энди Джея. Ой, вы посмотрите, какой манки флип сейчас был. Энди Джей чуть даже не уронил Фенрира себе на голову, но тем не менее прием прошел, и он был красивый. Но Энди все равно лежит на ринге. И Фенрир принимается за ноги теперь. Просто решил полностью лишить конечности Энди Джея. Попытка дискос бигбута от Фенрира не увенчалась успехом. Энди решил перекатиться и ударить ногой в падении, но Фенрир поймал его ногу, запирая в ankle lock. Дотянется ли он до канатов? Фенрир оттаскивает. Энди Джей от канатов, чтобы тот не смог за него схватиться. Я теперь понимаю, у кого Марс научился вот так фиксировать болевые. Кстати, да. А попытка простите. Бигбута не удалась. Байсикл кика, да. Не удалась, Фенрир промахивается, и вот он уже находится между канатами. И Энди Джей начинает орошать его грудь своими ударами. Но тем не менее, смотри, рефери отсчитывает, потому что и правильно все-таки делает. Да, прием у канатов и с использованием канатов, а это запрещено. Фенрир оттолкнул Энди Джея от себя локтем. Бейсбол слайд от Энди Джей не проходит. Несколько промахов, но все равно удар Фенрира достигает Энди Джея, и похоже, мы перемещаемся за ринг. Но ненадолго, что Фенрир, да, снова возвращает Энди Джея на ринг. Победить хочет, судя по всему. Да, ведь победить можно только на ринге в этом матче. И похоже, Фенрир готовит свою очередную атаку. Он ждет, пока Энди поднимется на ноги. Ой-ой-ой, блестящий торнадо DDT!
от канатов. Да, раз, два, нет, Энди в матче остается. Остается Энди в матче, борется до конца. Что же еще придумает сейчас Фенер для того, чтобы победить Энди Джея? Я думаю, у него еще есть приемчики в запасе. Конечно, есть, конечно, есть. Этот парень очень изобретателен. Он и вот уже Фенер на второй канат. Он сидит на турнбакле. Что же это будет? Попытка кроссбади. Нет. Энди Джей ловит Фенера, подкидывает на плечи. И это что-то знакомое, как раз-таки из той самой Америки, откуда Энди Джей к нам приехал. И вот Фенрир снова оказывается на плечах у Энди Джея. И Самоан Дроп. Будет ли удержание? Да, раз, два. Фенрир вырывается, друзья мои. Потрясающий матч мы с вами смотрим. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет терять шанс завоевать командные титулы. Сейчас, мне кажется, уже матч переходит в такую стадию, когда каждый прием может стать последним для бойца в этом матче. И опять отсылочка к американскому рестлингу. И он проводит раскат грома. Прекрасный прием в исполнении Энди Джея. И попытка Джеронима. Но она блокируется Фенером. Он успел выставить колени, и Энди Джей напоролся прямо на них своим животом. И сейчас непонятно, кто же встанет первым. И это, похоже, Фенрир. Открылось второе дыхание у нашего молодого волка. Он зарядился просто какой-то магической энергией. Парочка обратных локтей. Фенер выжидает. Удар в грудь. Еще один удар в грудь. Зрители требуют еще. Будет ли этот удар? Но это удар коленом прямо в лицо. Ну ты посмотри, Энди все равно стоит. Попытка спин-кика не удалась. White Wolf не прошел! White Lion! White Lion, прошу прощения, потому что у нас все-таки волк, его соперник. Харикан Рана не прошла. Фенвер пытается все-таки ее провести. Но Энди Джей блокирует. И это очередная отсылочка, дамы и господа. Сворачивание, нет, не прошло. Отличный матч от этих рестлеров. Да, не дает скучать. Не дают скучать ребята в этом матче. Что же сейчас будет? Что же придумал Энди Джей? Тебе только что сказали, German Suplex, надо слушать. Ну не факт. Энди довольно креативный рестлер. Ты посмотри, он поднимает его на плечи. Но Фендер все равно проводит Харриканрану. Он в углу. И похоже, он готовит свой коронный Вулфбастер, который проходит. Да, достигает проходит. Цели. Раз, два, три и 2-0. 2-0. Команда Фенрира и Марса Старкада побеждает в этом противостоянии. Да, судя по всему, именно Фенрир и Марс будут претендовать на командный титул NSW. Зрители аплодируют Фенриру. Ну, опять же, нельзя не отметить очередную победу личного плана Фенера. Да. Вспомни, сколько раз у него было неудач, сколько он проигрывал сворачиванию, но похоже, он сейчас нашел свою, скажем так, волну, на которой он как раз-таки и может одерживать победы в матчах. Но нельзя его с этим не поздравить, не конечно. Не будем забывать и про Энди Джея, который провел очень-очень достойный матч. Да, он благодарит судью за качественное судейство. Зрителей благодарит. Они отвечают ему тем же аплодисментами. И это очень приятно. Похоже, у него есть что нам сказать. I'm training every day. And I promise you, one day, I'll be still here. And be северный шторм. Чемпион. А он оптимист. Оптимист, за который еще и русский язык учит. Видишь, уроки с Робу не проходят даром. Он аплодирует зрителям, зрители аплодируют ему. Но ты посмотри, Фенрир вновь на ринге. Ну как же без цепи? Что это такое? Ну матч-то уже же закончился. Ты победил. Зачем? К чему вот это лишнее насилие? Вот поэтому Фенрира и ненавидит многие из ростера, потому что вот за такие вот вещи. Робу
вернулся на ринг, дабы спасти своего командного партнера. И Фенер просто молча уходит. Правильно. Я бы советовал ему уходить, потому что это весьма непристойное поведение. А мы движемся дальше.